У нас сегодня первая долгожданная победа, наконец-то. Мы очень долго к этому шли, не могли собрать оптимальный состав. Вот, очень много новичков. Я и сам, честно, новичок. Играю в свою четвертую игру в этой команде. Сегодня очень много получалось, и мы одержали победу 3-1, чему очень рады. Но соперник позволял играть, на самом деле. В принципе... А как настраивались на эту игру? Что еще? Как настраивались на эту игру? Настраивались, вышли после операции все, улеглись и лежали, если честно. Вот и все. А как оцениваете шансы своей команды на высокие места? На высокие места пока не оцениваем, потому что мы вообще еще не сыграны. Но все впереди, в середине закончим.